Добрый день, дорогие подписчики канала «Сточка». Сегодня мы вас продолжаем знакомить с нашими лотами. И будем знакомить с лотом «Pilgrim Accessories». Лот номер один, Дания. Количество в лоте 20 единиц. И вот весь лот я выложила наглядно перед вами. И буду знакомить по отдельности. Смотрите, подвеска такого плана. Это для пирсинга вот идут такие элементы, штучки. Также вот такого плана тоже для пирсинга. Серьги. Не хочу доставать, но поближе так покажу. Видите, вот так с камушками сделаны. И сзади они идут, просто одеваются, как обычные сережки, не винтики. Браслетики вот такие интересные. Плетеный браслетик двух видов. Один в серых оттенках, другой в розовых. И вот такие интересные у них элементы. Один под золото, один под серебро. Также вот еще браслеты есть. Такой вот раздвижной. Все они раздвижные. И вот такой деревянный браслет. Под дерево. Подвески. Представлены подвески. Такое вот темное серебро, как будто бы имитация темного серебра. И вот такая вот серебро светлое. Очень интересные сережки. Неординарная задумка дизайнера. Смотрите. Винтики и одна сережка как будто еще имеет дополнение. Думали, что это брак, но во всех лотах в аналогичном виде они представлены. Крестик. Вот такой. Еще один браслет под золото вот такого плана. И даже хочется достать. Посмотрите. Защелкивается, так интересно сделано. И еще один браслет с цепочкой. Вот такой вот у него дополнение. Вот так представлен этот лот. Обратите на него внимание. Он будет выложен в YouTube и на сайт «Сточка». Спасибо за внимание.